Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы садим, продолжаем, вернее, садить рассаду помидоров. Что вырастет? Вот, это сегодняшняя рассада, не ахти. Мы будем надеяться, что будет рость. Поливаем водой, но еще, что интересно, мы посыпаем таким удобрением. Называется AgroLife. Какие помидоры вырастут, посмотрим. Через несколько дней помидоры поливаются помимо воды ускорителем роста. Вот этот раствор черный, это есть ускоритель роста. Вот поливаются им помидоры. Вот это есть ускоритель роста. Какой-то рост концентрат. Вот. Вот он. Все фазы вегетации. Вот благодаря ему помидоры будут расти. Это ускоритель роста для различных растений. Теперь после такой обработки посмотрим, какие будут помидоры. У меня растут помидоры разных сортов. Вот смотрим, вот это ряд. Тут очень много помидоров на каждом кусте. Вот, например, здесь можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 помидора в одном кусте. Но если обратить внимание, где-то меньше, где-то может 10. Ну, от 10 до 25 вот это сорт помидоров. Второй ряд похож, но что-то чуть меньше их, и они кусты более выше. А если обращать внимание на следующие ряды, то это сорт совершенно другой помидоров. Ну, помидоры еще зеленые, сегодня только 13 июля. Тут 5 помидоров, но они большие. Вот, если посмотреть. Так же самое и здесь. Помидоры вот такие. Немножко дальше. Помидоры чуть темнее. Не такие светлые, допустим, как вот здесь. Вот. И уже они, их чуть меньше тоже пошли. Так, смотрим дальше. Тут тоже сорт такой, высокие кусты, но помидоров не так много. Так, чуть они больше, но их 4-5 помидоров, не больше. Вот. Если растет. Вот такие разные сорта и странные помидоры какие-то. Вот можно обратить внимание на вот эти помидоры. Их много, но они до такой степени маленькие. То есть как сливки. Может и название их сливки. Очень маленькие помидорчики. Вот тоже такой сорт. Каждый, наверное, сорт имеет название. Всего хорошего. Спасибо, кто смотрел мой ролик. Не очень интересное видео, так, для разнообразия.